где чисто дрель Bosch GBM10E, не подает никаких признаков жизни, без реверса, хотя LR тут стоит, но может быть заменена кнопка или такая модификация. Признаков жизни не подает. Вариантов много. Кабель, кнопка, электродвигатель. Будем смотреть. Для этого разбираем. Разбирается просто. Нужно все открутить. Сырники откручиваем и вскрываем. Ты откручены. Располовиниваем с помощью отверточки, вскрываем, все плотно сидит, все откручено вроде бы. Так, ну заодно проверим смазку. В принципе, она тут неплохая. Как проверяем? Просто берем тестер и прозваниваем сначала кабель. Доходит ли по проводу, так, чтобы было видно и слышно. Берем вилку. Не доходит. Этот не доходит. Этот доходит. Значит, один провод, он тут целый. Второй провод. Он вроде бы тут тоже целый. Ну, чаще всего здесь ломается. Поэтому что мы сделаем? Значит, вероятнее всего дело в кабеле. Где-то вот, наверное, здесь. Причина, наверное, вот в том, что отломалась эта штучка. И она уже не амортизировала. Ее бы зажать тут вместе с кабелем, здесь вот этими винтиками. Но в любом случае сейчас сначала этим мы займемся. Откусываем. Убираем эти винты. И здесь нужно открутить винтики плоские на кнопке. Это мы открутили, откручиваем здесь, убираем причем снимаем полностью, потому что я планирую сюда придавить еще и ту часть резинки, которая вот здесь вставлялась. Она уже отломалась, с ней ничего нельзя сделать. Но я попробую ее зажать прямо вместе с кабелем, если это получится. Ну, сейчас посмотрим, как получится. Прежде чем заканчивать, нужно убедиться, что именно здесь, допустим, облом, потому что обломаться могло и здесь, поэтому я вот зачистил новые и проверяем. Этот есть, тоже есть, тянем туда-сюда, есть, тянем, есть. Значит, дело все-таки было
именно в этом месте, потому что угадать нельзя, то ли здесь, то ли здесь. Ну, что же, теперь я просто хочу так сделать, чтобы постараться зажать, даже не знаю, как это будет возможно. Может и возможно. Сначала я здесь зацеплю провода, а потом попытаюсь этим зажимом все-таки зажать вместе с резинкой, со стабилизатором. Этот стабилизатор, он не дает ломаться кабелю. Он очень важный, так как он отломался, из-за этого и кабель сломался. Поэтому постараюсь тут зажать вместе. Наверное, может быть, это и не получится, но если как вариант, например, немножко рассверлить здесь или вот здесь немножко рассверлить для того, чтобы все-таки зажало вместе с этой резинкой. Итак, я все-таки зафиксировал вместе с стабилизатором этой резинкой. В принципе, выдерживает, не треснуло, держит. Дальше, в принципе, ничего не делаю, не мешаю работать. Тут, в принципе, немного смазки, но ее достаточно. Можно немножко перенести отсюда.